Здравствуйте! Вы смотрите топ-10 «Самые быстрые кошки в мире». Известно, что домашние кошки могут ускоряться не более чем на 13,5 км в час. Теоретические данные говорят о том, что всеми любимые питомцы способны на максимальную скорость в 50 км в час, но на очень мизерные расстояния, равные одному рывку. А вот их дикие родственники способны проявлять куда большую резвость. Вы смотрите топ-10 «Самые быстрые кошки в мире». В список вошли как дикие представители кошачьих, так и домашние питомцы. 10 место. Барханная кошка открывает топ-10 самых быстрых кошек в мире. На короткие расстояния небольшой хищник способен ускоряться до 40 км в час в момент преследования добычи. Животное обычно двигается быстро, ускоренными перебежками и проходит за день до 10 км. Из-за своих необычных габаритов барханная кошка имеет врагов среди хищных птиц и шакалов, поэтому ей приходится не только находиться в поисках пропитания, но и постоянно быть начеку, чтобы не пострадать от других плотоядных зверей. 9 место. Египетская мау – самая быстрая кошка в мире, которая живет не в дикой природе. Максимальный рекорд, на который способна эта миниатюрная красавица, составляет 58 км в час на короткие расстояния. Если бы египтянка имела размер гепарда, то она вполне могла бы посоревноваться с ним в скорости передвижения. Скоростная чемпионка является обладательницей изящного, гибкого и мускулистого тела, масса которого колеблется от 3 до 6 кг в зависимости от пола. В переводе с египетского мау означает «кошка». В Египте это животное считалось священным, и его олицетворяли с богиней Луны. 8 место. Леопард является очень быстрым животным среди кошачьих. Максимальный предел его возможностей составляет 60 км в час. Этот хищник редко охотится с земли, предпочитая настигать свою добычу прыжком с дерева, поэтому для него не так важна большая скорость, как, допустим, для гепарда, который охотится исключительно на земле. 7 место. Тигр – один из самых быстрых представителей кошачьих в мире. На коротких расстояниях кошка способна развивать скорость до 60 км в час. Во время погони за добычей они совершают прыжки до 6 метров в длину и до 5 метров в высоту. Но, несмотря на эту способность, лишь одна охота из 10 попыток заканчивается успехом. Тигры – достаточно грузные хищники с массой тела до 300 кг и длиной тела без хвоста до 3 метров. Это одна из причин, почему их скорость значительно меньше, чем у поджарого гепарда. 6 место. Пума расположилась на 6-й строчке в списке самых быстрых кошек планеты. Хищник способен совершить мощный спринт на небольшие дистанции со скоростью до 75 км в час. Второе название, распространенное в Америке – горный лев. Это достаточно крупное животное, которое вместе с хвостом достигает 2 метров в длину. Вес в зависимости от пола и индивидуальной физиологии колеблется в пределах 50-100 кг. Для кошки таких габаритов это не так уж и много. Мускулистое тело и небольшой вес помогают горному льву быть проворным и быстрым. 5 место. 5-ю строчку рейтинга самых быстрых в мире кошек занимает снежный барс, иначе его называют ирбис, что в переводе означает «снежный кот». Этот редкий и красивый вид представителей кошачьих способен развивать скорость до 80 км в час на короткие дистанции. Особенностью животного являются его 6-метровые прыжки в длину и 3-метровые в высоту. У барсов короткие, но очень мощные мускулистые лапы и длинный хвост, выполняющий функцию руля во время бега на большой скорости. Вместе с хвостом особи могут достигать в длину до 2,3 метра, но весят они при этом достаточно мало, до 55 килограммов. Ирбис считается самым высокогорным животным на планете. Максимальная высота, на которой был зафиксирован снежный барс, 6 километров над уровнем моря. 4 место. Лев занимает 4-ю строчку в десятке самых быстрых кошек. На расстоянии в 20 метров гигантская киса способна поддерживать бег на уровне 80 км в час. Преследуя свою добычу, лев может удерживать скорость последующие 100 метров до 60 км в час. Это достаточно грузные животные. Вес некоторых особей может достигать 250 кг, поэтому им очень сложно поддерживать долгое время свой скоростной рекорд. Из-за этого львы охотятся на коротких дистанциях, стараясь подкрасться к своей добыче как можно незаметнее. Обычно охотник настигает свою жертву молниеносным прыжком. 3 место. Черная пантера открывает тройку самых быстрых представителей кошачьих. Максимальная зафиксированная скорость, до которой способна разогнаться кошка, 88 км в час. Кроме скорости, пантеры выделяются еще и тем, что считаются самыми опасными хищниками на планете. Они очень кровожадные и, когда голодны, могут накинуться на любое живое существо, в том числе и на человека. Животному присуща бесстрашность, и в отличие от других хищников, они не привыкли прятаться при виде людей. Напротив, пантера старается как можно ближе поселиться к человеческому жилью. Известны не единичные случаи нападения на человека.
Второе место. Ягуар с максимальной развиваемой скоростью 90 км в час занимает вторую строчку в рейтинге самых быстрых кошек в мире. Максимальную скорость хищник способен поддерживать только короткий период времени в момент, когда преследует добычу. Также особенностью этой гигантской кошки является способность совершать прыжки более 6 метров. Ягуар – крупное животное, длина тела его может достигать почти 2 метров без хвоста. Внешне он напоминает леопарда, но значительно больше его. Первое место. Гепард – самая быстрая кошка, обладающая не только максимальной скоростью среди кошачьих, но и всех животных в мире. Всего за 3 секунды гепард способен разбежаться до 112 км в час. Максимальный разбег на короткие дистанции составляет 130 км в час. Он обладает стройным изящным телом и отлично развитой мускулатурой. У крупного хищника практически отсутствует жировая прослойка, а его вес при его габаритах достигает лишь 65 кг максимум. Именно его аэродинамическая строение тела позволяет развивать такую скорость. При максимальном забеге у этого хищника частота дыхания составляет 150 раз в минуту. Помимо всего, гепард способен молниеносно изменить направление бега. Таким образом, у жертвы охотника не остается практически ни малейших шансов на выживание. Вы смотрели топ-10 самые быстрые кошки в мире.